Тем временем Казахстан договорился со странами Центральной Азии о лимитах водопотребления в период полива. Речь о трансграничных водах рек Сырдарья и Амударья. Лимиты водозаборов и прогнозный режим работы каскадов утвердили по итогам 77-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии в Алматы. Участие в переговорах приняли представители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. У нас есть много вопросов по трансграничным рекам и с Кыргызстаном, и с Китаем, и с Российской Федерацией. Где-то больше кто-то взял, где-то меньше кто-то взял, где-то у нас недостаточный учет воды идет, спор идет в верхнем течении, в нижнем течении. К сожалению, Казахстан в большинстве своем расположен в нижнем течении рек, и мы, как получатели конечные, всегда, конечно, немножко в роли ждущих, кто нам оттуда придет. Оговорены, ну, буквально и подробно, что мы должны сделать для того, чтобы справедливо получать воду трансграничных рек.